В Германии пройдет любопытный эксперимент. Власти и перевозчики оценят, какой формат грузовиков будущего больше других подходит для реальной эксплуатации. Так, по трассе B462 будут курсировать водородные тягачи марки Mercedes, созданные на основе модели Actros. Предполагается, что на одной заправке легким газом подобный 40-тонный автопоезд сможет проходить до 1000 километров. Компанию водородной фури составит обычный аккумуляторный и Actros. У него может быть 3 или 4 пакета аккумуляторов, а емкость каждого 105 кВт-часов. Соответственно, с тремя грузовик готов одолеть 300, а с четырьмя — 400 километров. Но самое любопытное — это техника Scania. Шведы построили гибрид, у которого между дизельным двигателем и коробкой передач встроен электромотор. Последний, соответственно, запитан через установленный над кабиной пантограф. Дотошные немцы подсчитали, если оборудовать электросетью треть автобанов Германии, выбросы углекислого газа упадут на 40%. Вот только каждый километр натянутых проводов обойдется в 2 миллиона евро. Но повторим, чья концепция лучше, водородная, аккумуляторная или троллейбусная, предстоит определить реальным перевозчикам. Компания MMS Rus, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Беларуси, а также банк-партнер АО MS Bank Rus, выдали клиенту 100-тысячный по счету кредит. Юбилейным клиентом банка оказался житель Санкт-Петербурга. В качестве семейного автомобиля он выбрал новый Mitsubishi Outlander, который стал для него уже третьим автомобилем японской марки. Отметим, что покупатель Outlander воспользовался специальным кредитным предложением по выгодной ставке 3% годовых, что была разработана и запущена в честь 30-летнего юбилея Mitsubishi в России. Я бы хотел искренне поблагодарить всех наших клиентов за выбор бренда Mitsubishi и сервис банка. За 7 лет мы прошли путь от стартапа до полноценного банка. И сейчас каждый третий автомобиль покупается с использованием наших средств Mitsubishi банка. Мы стали участником системы быстрых платежей. Мы очень гордимся тем, что наш клиент выбирает и бренд Mitsubishi, и Mitsubishi банк. Надо заметить, что Mitsubishi Bank постоянно улучшает кредитные предложения, учитывая потребности, желания и возможности своих клиентов, чтобы выгодные варианты позволили как можно большему количеству клиентов стать обладателями новых автомобилей.